Добрый день, дорогие друзья. Сейчас я вам хочу рассказать о том, что называется нижнее белье. Хотя, в принципе, их можно в такую жару, например, как у нас сейчас стоит в Севастополе, носить и летом. Ну, и не говорю, конечно, про трусики. Трусики, хлопок 95%, плюс 5% эластана. Цена 499 рублей. В данном случае у меня элька. И беленькие, и бежевые. Шикарное белье. Это моя любимая серия. Маечка из какой-то очень старой коллекции. Здесь у нас 48 размер. И здесь 100% у нас вискоза. Стоит она всего 399 рублей. И вот майки из серии натуральный хлопок. Вот есть такая изумрудная с кружевами, бордовая с кружевами. Здесь вот нормальные такие лямочки. Здесь треугольный вырез, спинка достаточно открытая. И есть обычная черная и бежевая. Здесь у нас 95% хлопок, 5% эластана. И все эти майки стоят 699 рублей. Размеры есть не все. Вот у меня бежевая, вернее, изумрудно-зеленая и есть XL. Бордовая у меня S-ка, черная 2XL и бежевая маленькая, по-моему, XS-ка. Плюс S-ка. На лето отличные маечки, они хорошо тянутся. Это, в общем-то, хлопок. Оно понятно, и открытая спина, насколько это возможно. Открытые руки, открытая спина. То есть загораем, ходим, наслаждаемся. Белье отличное. Очень люблю, качество замечательное. Шьет Faberlic. Всего вам доброго.